Я хочу напомнить всем вам и в особенности представителей российского и белорусского посольств о двух знаменательных датах. Значит, завтра, 28 апреля, исполняется 225 лет со дня вступления Александра Суворова в Милан. А 18 мая 125 лет со дня Гаагской конференции, созванной Николаем II, где впервые в мире были разработаны и приняты законы войны. Фактически Николай II является родоначальником международного гуманитарного права. И жаль, что об этом никто не говорит и мало кто знает. Вот я, что касается захода Суворова в Милан, то надо сказать, что это блестящий образец воинской доблести, русского воинства и высокой православной нравственности. Достаточно сказать, что женщины Милана приняли русских солдат как за инопланетян, ибо не подверглись насилию, город не был разграблен, что было в порядке вещей в цивилизованной Европе. Думаю, можно до 18 мая еще есть время, можно организовать мероприятие или ряд мероприятий, ознакомить вот цивилизованных западных послов с тем, что такое международное гуманитарное право, кто его зачал и почему, а также вспомнить великого Суворова и миланских женщин, которые приняли русских солдат за инопланетян. Спасибо.